Добрый день, наши уважаемые, любимые зрители. В эфире Happy Monkey. Мы с детишками в игровой. На Витюню одел я тельняшку с Наташей. Вроде бы не снимает. Ну, как-то она у него вниз ушла. Ну, ничего страшного. Маруська верха не любит у нас. Маруська верха одевать не намерена. А Витя хорошо относится к одежде. С радостью детишки вышли, конечно, гулять. Уже второй раз, когда памперс одевали, уже Витя понял, что мы выходим на прогулку. Спокойненько в уголочек сел, ножки вытянул. Мол, папа, давайте, одевайте, выходите, выводите меня. Грамотный мальчишка. Вить, смотри, смотрите, детки. Глянь, сколько много еды тут, залазьте. Я им повешал вон огурчик, грушка, виноградик висит, слива, чернослив. Может быть, малыши осмелятся, полезут. Вот я надеюсь, что Витя это сделает. Маруся не знаю. Маруся только вот по этой лесенке отлично у нас лазит. А наверх на веревке она побавится. Витька, иди сюда, заяц. Иди к Маруське, иди. Иди залазь к Маруське. Марусь, грушу будешь брать вот эту? Бери, иди. Витюнь, залазь наверх, залазь. Витька. Витя, конечно же, осторожничает еще. Все надо проверить, нет ли опасности никакой или угрозы. Только тогда, в том, если все хорошо, мы полезем наверх, да, Витюнь? С коробочкой-то уже ознакомился, уже не страшно. Уже понял, что там игрушечки. Игрушки несъедобные, Вить. Вон съедобная еда на веревочках висит. О, в одной лапке мячик зажал, а в другой чебурашку. Не бойся, не бойся, не бойся. Я отойду подальше, если ты думаешь, что я буду тебя трогать руками. Обезьянки не любят сильно, когда их трогают руками. Вот когда у них желание появится самим прийти, тогда они приходят. От этого и интерес, что против воли их не идешь, а по желанию все у нас, короче. Залазь наверх, Витюнька. Залазь, залазь, молодец. Залазь. Витюша игрушки изучать сразу начал. Нравится ему это дело. Занимайся, занимайся, Витенька. Смотри, что там еще есть, доставай. Эй, кто там голос подает-то так, а? Витю зовешь? Витя занят пока мужскими делами. Да, Витюнь? Марусь, ты Витю зовешь? Позови Витю, Марусь. Позови Витю, Марусь. Как ты Витю зовешь? Позови. О, мужичок какой, Витя. Большеватая тельняшка на тебя. Это Гошина тельняшка. Она на тебя большеватая. А Маруся сверху сидит, все видно ей. Да, Маруська? Чем Витек занимается? Глаз да глаз за ним надо. Хотя он вообще лишних движений не делает. Все делает правильно. Никуда не бежит, никуда не ломится. Да, Витюнь? Опа! Маруся звук подала. Машина грузовая поехала, Марья Сергеевна. Ты ж на охране. А Витя, Витя познает, познает мир.
А Витюне интересно на окошке посидеть, посмотреть, что на улице делается, да, Вить? Сегодня пасмурная погода. Не рискнул я малышей выводить на улицу. По солнышку пойдем гулять, а по пасмурному, по прохладному не надо. Не будем рисковать, Вить. Вот лучше в окошко сиди да наблюдай. Не волнуйся, не переживай. Куда хочешь, туда иди. Куда хочешь, туда лезь. Папа просто за тобой наблюдает, я не запрещаю ничего. Так что успокаивайся. Вон, посматривай на Марусю, как Маруся что делает. Ну, примерно будешь понимать. Конечно, это такой процесс, друзья, не быстрый. А обезьянке нужно время, конечно. Ну, в вольере это одно, там, да, на улице мы уже гуляли, уже ему известно. А в доме-то еще не сильно известно. Вот сейчас второй раз мы только вышли на в доме, в игровой поиграться. Вот он и смотрит, что можно, что нельзя. Как я реагирую, как что. Че там такое? Ну, у нас практически все можно. Вить, так что ты везде можешь лазить. Вон, смотри, папа, какое настроил тебе веревок всяких. Смотри, вкусняшки, Витюнь, на, залазь. Сейчас придет наш ветеран, он это быстренько все приберет. Он смотреть не станет. Так что у вас час времени для того, чтобы забрать это. Потом Гошечка пойдет. Да, Гошечка придет, все заберет, Марусь. Все продукты Гоша заберет. А ты думай дальше, сиди. А Маруське-то и не надо. Она и не голодная. А вот Вите бы надо попробовать залезть. Витя моряк. И парикмахер еще, к тому же, ко всему. Парикмахер-депилятор. Маруську всю общипал, как курочку, да, Марусенька? Витя общипал тебя? Ну, уже она то была клочками, то теперь вся однотонная, лысенькая. Ну, ничего, отрастет, все специалисты сказали. Чтоб не переживал. Это нормальные вещи для них. Я молюсь. Че ты не хочешь брать ни грушку, ни огурчик? Пластмасска вкусней? Да, заяц? Красота моя. Клясота моя. Ой, что там, нога что ли? Так это твоя нога, не моя. Витя молодец, такой послушный. Сильно никуда не бегает, сидит на месте, смотрит. Поглядывает. Спокойный пацан. Маруська и то более шебутная. Вот он, куда она, туда и он. Залазьте на окошко, залазьте. Давай, лезть уже наверх. О, выше этой ступеньки мы не полезем, да, Маргусь? Вить, покажи Марусе, как надо залазить наверх. О, а там виноградик висит вкусный. Наверное, Гошка его придет, заберет, раз вы не хотите. Красавчики мои. Сидите. Папа разрешает. Чего вы убегаете? Им больше нравится в окошко смотреть. Они же любознательные животные.
машина поехала, да? Кошка, собака пробежала. О, красота какая. Кто там, Марусь? Как Марусенька оповещает, оповещает всех. Хорошие детишки, молодцы. Вон, вкусняшечку принес папка. Кто там из вас первый? Витенька? Давай Вите дадим, как самцу, да, Марусь? Первому. Потом тебе. Не бойся, не бойся, Витя. Его вот это пугает, посторонние вот эти шорохи, шумы. Он все время переживает. Ничего, ты успокаивайся, Витек, все будет хорошо. Ой! О, теперь Марусеньки. Маруське надо целую раскрыть еще дать, да, Марусь? Че моя ты рыбочка такая? Вкусненькая-то как. Сейчас тебе папа еще докормит. Докормит. На, играйся. Сейчас папа тебя докормит. На, Маруська. Вить, ты ж уже покушал. Еще хочешь, да, Витюнь? И сейчас. Ой, хватит. На, Витечка. Ой, ой, ой. Все, наелись, молодцы. На, Маруська. А, так. Пойдем Витюне дадим еще. Пойдем. Где Витюшка? Внизу? На, Вить. Да не Малюська. Маруська шустрее ведь оказалась, пока ты думал. В нашей жизни надо быть посмелее, побыстрее, Витя. Кто не успел, тот опоздал. Будешь в сторонке сидеть тихо, останешься голодный. Маруська, хватит, 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 хватит. И щечки полные, да, заяц? На, Витя. На, мой хороший. На. А то Маруська сейчас прибежит, заберет. Ну, Марья Сергеевна. Вон, видел? Давай покачу, раз ты боишься. На. Не хочешь? Ну, это уже другой вопрос. Сладкая парочка. Они вот этот уголочек тоже любят. Тут игрушки лежат, сядут. Тут минут 10 посидят. На окошко потом побегут. Но пока наверх не осмеливаются на веревке лезть. Ну ничего, Гошенька придет, сейчас всю еду соберет без вас. Ясно? Раз вы боитесь, раз вы стесняетесь, извиняйте. Маруськи игрушки вкусные, да, Марусь? Витя смотрит и учится. Не учи, Маруська, не учи Витю вот этому. Витька так заглядает. Что ж там такое, трещит, да, Вить? Молодец, не снимает кофточку, умница. А как одели, так не снимает, молодец. Маруська пришла в машину проверить. Что там? Вить, иди помоги Марусе, иди. Витька, как оловянный солдатик, сядет лапки, как зайчик, сделает и сидит.
А Маруська хулиганка. Ты там сильно смотри, не шныряй по Гошкиным машинам. А то будет ворчать на тебя, придет. Ой, такие забавные малыши. А Витя все наблюдает, все смотрит пока. Даже боится где-то еще ходить, там, знаете, вот посидит, посмотрит вокруг глазами, что Маруся делает. Молодец. Изучай, изучай, Витюш, изучай. Кто это прибежал на диван? Они все ближе, ближе. Вот я сейчас сяду, они сначала не будут ко мне идти, а потом пройдет минут пять и ко мне приземляться. Это такие осторожные очень животные. Маруська-то сразу прыгает. А Витя походит, покрутится, потом тоже приходит. А Марусе в первую очередь глаза у игрушек не нравятся. Она глаза выдирает. Ой, смешные такие. Очень интересно за ними наблюдать. Особенно, когда вдвоем они. Интерес возрастает в два раза. То один перед одним, то это что-то делают на пару, то присматриваются, приглядываются. Я вот стараюсь вникнуть, понять. Но друг дружки не теряют из виду никогда. Обязательно смотрят, где кто. Только Витя куда-то шаг в сторону сделал, Маруся тут же смотрит, куда он пошел, где он. Только Маруська смотрит, в другую сторону пошла, Витя за ней тут же начинает ходить. Гуляйте, 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 мои хорошие. Че там, Витя? Ну вы так, ребятки, не залезли наверх. Ни огурчик не захотели кушать, ни виноградик. А я доставать не буду. Вы обезьяны или кто? Залазьте и берите. Пенсионер старый приходит, забирает, везде лазит, где надо. А вы прям не можете. Захотите, возьмете. Да, да, там, правильно, Маруся понимает, про что я говорю. Че, ведь необычно, да? Все можно, никто не ругает, никто не кричит. Да, Витюш? Давай, привыкай, привыкай. Молодец, Витя. А что там у Маруськи? Опять маленькую игрушку нашла, да? Эх, Маруська. Она вечно маленькая что-то находит. Че, телевизоры тут, да, Витька? Что ты на гитару смотришь? На гитаре поиграться хочешь? Я молюсь. Ой, вкуснятина какая, да? Безлактозное молочко. Витька, ты будешь, Витюнь? Давай Вите дадим, давай. На, Витя. Ну, мой зайка. Вот такой, да, 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 вот так. Вот так Витя тоже умеет трубочки пить. Высасывать надо, Вить. А ты сильно быстро. Папа надавил, да, сильно? Ну ничего, на. Ой. Молодец. О, все, куда Маруська, туда и я побежал. Эх вы,
Друзья, 20 минут нашего времени. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Мы каждый день в эфире. Всего вам доброго, настоящего, позитивного. Люблю, обнимаю вас. До новых замечательных встреч. Пока-пока.